вот, девочка моя, ты, конечно, можешь успеть на презентацию, но для этого сначала тебе нужно будет пропылесосить, погладить, вымыть посуду, заварить чай, постирать, приготовить, разморозить холодильник, и тогда ты можешь идти на презентацию. Здравствуй, Золушка. Я твоя крестная, добрая фея. Я все знаю. Ты очень хочешь попасть на презентацию, но злая мачеха нагрузила тебя такой домашней работой, которую совершенно невозможно переделать вот с этой рухлядью. Но могу тебе помочь. Закрой глаза. Раз, два, три. Открой глаза, Золушка. Вот это волшебный мир Эльдорадо. А за моей спиной чудесная бытовая техника. Выбирай все, что захочешь. В микроволновой печи ты в мгновение ока приготовишь самый изысканный ужин. Любой из этих утюгов станет твоим надежным другом. А это лучшие чайники в городе. Чай из них сплошное удовольствие. А главное, быстро, милая Золушка. Обрати внимание на этот пылесос. Совсем не такой, какой был у тебя. С таким пылесосом любая домашняя работа в радость. А это мой маленький подарок лично для тебя, моя дорогая. Ты заслужила самый лучший из этих телевизоров, а в Эльдорадо все только самое лучшее. Выбрала? Работники магазина доставят тебе все на дом, об остальном не беспокойся. Ты еще успеешь на презентацию, принц ждет тебя в карете. И помни, с Эльдорадо нет невыполнимых желаний. Такого в Петропавловске еще не было, чтобы столько красивых девушек собрались все сразу в одном месте. Рекламное агентство «Патмос» подарило городу великолепный праздник, который назвали романтично и загадочно – «Сны в Рождество». Ирина Яроцкая, руководитель агентства, безусловно, учла предыдущий опыт проведения подобных шоу, и показ модели превратился действительно в яркую, красочную, добрую, веселую рождественскую сказку. Впрочем, мероприятие изначально было обречено на успех, так как в роли ведущего выступал самый популярный в городе мужчина – Владимир Ефимов. Ничего удивительного, что зрительницы, которых в зале было подавляющее большинство, пришли на шоу в роскошных вечерних туалетах. Это вполне в духе женщин, ведь помимо показа моделей предполагался еще и конкурс красоты. Так что в зрительном зале было ничуть не менее интересно, чем на подиуме. Нужно отдать должное организаторам и в особенности дизайнерам. Оформление сцены отличалось изысканностью, вкусом и удачным сочетанием цветов. И когда Владимир Ефимов, открывший вечер знакомыми строками из Пушкина про две пары стройных женских ног, которые невозможно сыскать по всей России, в качестве контраргумента пригласил на сцену 9 очаровательных участниц конкурса, они прекрасно вписались в интерьер. В первой части представления зрителям и жюри предстояло выбрать самую обворожительную девушку, будущую королеву бала. Победительницу ждал приз – бриллиантовое кольцо от якутской фирмы Туймаада Даймонд, главного спонсора праздничного шоу. Спонсорами также выступили такие известные в городе фирмы, как «Безносиковы сыновья», «Голиас», «Полулукс» и другие. Девушки были юные, самый младший – 14 лет, и трогательные в своем волнении. Даже простые вопросы ведущего – любимый цвет, любимое домашнее животное, на что бы вы потратили миллион долларов – вызывали их смущение. Нужно отметить также прекрасную работу постановщиков. Все было отточено, девушки не сделали ни одного лишнего движения. Все выходы с восторгом встречались с публикой. Особенно бурное оживление в зале вызвал традиционный проход конкурсанта в купальных костюмах. Интересная режиссерская находка – легкие прозрачные шали в руках девушек. Это необычно и эротично.
вообще все было просто замечательно. Девушки отлично справились с возложенной на них задачей понравиться зрителям и жюри. Даже более того, очень трудно было дать предпочтение одной. Все 9 показали себя только с самой лучшей стороны. Будь то демонстрация одежды вместе с профессиональными моделями из рекламного агентства «Патмос» или финальный выход в великолепных свадебных нарядах. Действительно, жюри пришлось нелегко. Ну, а зал определил свою королеву, которая получила затем приз зрительских симпатий. Кстати, подарки достались не только участницам конкурса на звание «Королева бала». Кое-кому зрителей повезло, и они получили наборы бижутерии от фирмы «Живанши» за участие в импровизированном конкурсе «Знаешь ли ты историю высокой моды». Как-то так получилось, что лучшими знатоками оказались мужчины. Имя победительницы предстояло узнать в конце шоу, а после антракта началось то, что, собственно, и называлось «Сны в Рождество», пока основой коллекции одежды, которую привезла Ирина Яроцкая. Без преувеличения можно сказать, это очень высокий уровень. Те, кто помнит прошлые показы, сразу отметят, как выросли профессиональные девушки-модели, насколько продвинулась организация постановка, как интересно из фантазии был обыгран каждый выход. А самое главное, показ проходил под живую классическую музыку камерного оркестра, которая сама стала украшением праздника. Праздника музыки, красоты и чарующей женственности. Самое главное, что коллекция вечерних нарядов как раз вовремя прибыла в Петропавловск. Многие женщины до сих пор ломают голову, что надеть новогоднюю ночь. Для многих этот показ стал действительно решением проблемы, так как все модели можно приобрести в рекламном агентстве «Патмос». А вечер тем временем близился к своему логическому завершению. Немного помучив неизвестностью зрителей и конкурсанток, Владимир Ефимов назвал победительницу. Именно ей был подарен главный приз – кольцо с бриллиантом от фирмы Туймаада Даймонд. Прочие спонсоры одарили подарками остальных участниц. Без внимания никто из девушек не остался. Украшением шоу стал великолепный ансамбль бального танца «Кантилена», которым руководит Ирина Коноплева. Зажигательная танго с ее участием вызвала самые бурные аплодисменты зрительного зала. Этого праздника ждали с нетерпением, и он не обманул ожиданий. Замечательно, что в городе есть люди, способные превратить в прекрасную рождественскую сказку простой показ модели одежды. Появилась уверенность, что вовсе не обязательно зазывать из Москвы массовиков-затейников для проведения подобных мероприятий. Свои кадры справляются с этим ничуть не хуже. Нужно только чуть-чуть помочь им на уровне города и области. А нам, благодарным зрителям, остается только ждать следующее шоу. Что это будет? Конкурс красоты среди бабушек или коллекция рабочей одежды для секретарей-референтов не имеет значения. Просто хочется праздника. А рекламное агентство «Патмос» нам его непременно подарит. Главное, что опыт уже имеется. Здравствуйте все, кто ни при каких обстоятельствах не переключает свои телевизоры на другие программы, когда в эфире «Женские вести», а мы еще побудем в эфире некоторое время, поэтому устраивайтесь поудобнее, и на ближайшие 15 минут вы наши. Похоже, мы первые среди авторских программ имеем счастливую возможность поздравить всех вас, дорогие наши зрители, с наступающим Новым годом. Но прежде мне хотелось бы буквально несколько слов сказать о тех милых, замечательных женщинах, которые помогали, которые были с нами рядом весь этот год, и без которых «Женские вести» не были бы «Женскими вестями». Психолог Евгения Птичкина, добрый гений нашей программы. Именно с ее легкой руки родилась ваша и наша любимая передача «Женсовет». А сколько раз она помогала каждой из нас в сложной жизненных ситуациях. Дом Евгении Леонидовны всегда полон друзей, все живое тянется к ней. Впереди планов громадье, новые проекты, новые идеи. Дай вам Бог здоровья, Евгения Леонидовна. А с другими проблемами мы справимся. Мы вас любим и ценим. Поэт Елена Найденышева. Женщина-поэт в России больше, чем поэт. А Елена Дмитриевна еще и экстрасенс, теолог, теософ. А самое главное, потрясающая, необыкновенно талантливая женщина и прекрасной души человек. Ее оптимизма и энергии хватит на весь город. Будьте счастливы, дорогая наша Елена Дмитриевна. Нам тепло и уютно с вами рядом. Даже удивительно, как у строгого главного бухгалтера хватает времени для проникновенных стихов, удивительных рассказов, искренних писем. Самый преданный наш друг – Людмила Калиновская. Уже давно мы считаем Людмилу Александровну полноправным членом нашего маленького коллектива. Каждая встреча, каждый телефонный звонок – в радость. А до чего приятно приходить к Людмиле Александровне в гости, в ее уютный светлый дом, где вкусно пахнет пирогами. Пусть в вашей жизни будет как можно меньше огорчений. Спасибо вам, что вы есть у нас. А
А сколько еще удивительных женщин принимали участие в наших программах. Посмотрите, какие замечательные лица, лучистые глаза, милые улыбки. Спасибо всем вам, дорогие и незаменимые наши. Все, что мы делаем, это для вас. Okay. That's the way it must be. Okay. I guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Уважаемые господа предприниматели, уважаемые члены торгово-промышленной палаты, уважаемые жители Камчатки, Камчатская торгово-промышленная палата от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом. Пусть наступающий Новый год станет для вас годом успешных творческих решений, принесет удачу в ваших делах, спокойствие и радость в ваши сердца. Пусть наступающий Новый год станет для вас легче и радостнее, чем уходящий год. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Уважаемые господа предприниматели, разрешите от имени отдела таможенного декларирования Торгово-промышленной палаты сердечно поздравить вас, наших клиентов, с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы рады видеть на прилавках наших магазинов и рынков большое изобилие свежих овощей, фруктов, мясных продуктов и различных заморских деликатесов, красивой одежды и хозяйственных мелочей. Все это благодаря вашему предпринимательству, вашему труду, умению. Мы желаем вам и в наступающем году большого коммерческого успеха, чтобы бизнес приносил вам радость и удовлетворение. И в свою очередь надеемся, что и в дальнейшем мы будем благотворно сотрудничать, помогать вам во всех ваших делах и брать часть ваших проблем на себя. Желаем вам счастья, успехов, всего самого-самого наилучшего. От коллектива фирмы «Экспертиза» мне хотелось бы поздравить всех наших клиентов, как наших давних клиентов, так и новых, с которыми мы столкнулись по роду своей деятельности в этом году, с наступающим новым 1997 годом. Желаем вам неиссякаемой энергии, желаем избегать айсбергов неудачи в новом году, желаем успешных сделок и контрактов, так как ваши удачи – это и наши успехи. Желаем вам счастья, счастья вашим детям и семьям. Рады видеть вас не только когда у вас возникают проблемы, но и тогда, когда ваш успех застигает вас в вашем море коммерческой деятельности. Желаем успеха! Дамы и господа, вы устали от серой однообразности наших магазинов и рынков? Вы хотите одеваться шикарно? Вы хотите быть обольстительными, неповторимыми и притягательными? Вы предпочитаете ясные решения компромиссам, без колебаний принимаете новые необычные решения и конструктивный оптимизм? Новый салон «Евромода», открывшийся в Петропавловске, для вас. Все, от пальто до трикотажа,
От простого классического повседневного костюма до роскошной вечерней коллекции предлагают известные европейские производители эксклюзивной одежды. Модели функциональны и универсальны. Спешите. Дом быта Камчатка, 3-й этаж. Телефон 2-64-12. Салон Евромода. Ваш новый неподражаемый стиль. Мы поздравляем всех вас, милые, славные женщины Камчатки, с наступающим Новым годом. Кстати, Камчатка, безусловно, тоже женщина. Немного капризная, немного взбалмошная, но, безусловно, прекрасная и загадочная. Мы хотим пожелать вам здоровья, вечной душевной молодости и красоты, семейного благополучия, счастья, послушных деток, мирного неба над головой. Будьте счастливы! С Новым годом! В эти минуты уходящего 1996 года и наступающего 1997 года мы не можем не вспомнить о наших спонсорах – Камчатской торгово-промышленной палате. Мы поздравляем всех вас с наступающим Новым годом. Желаем всем вам огромного счастья. Счастья вам, вашим родным, близким, любимым, вашим детям и всем-всем, кто находится в эти минуты рядом с вами. Мы поздравляем и Австралийский торговый дом, и магазин «Эльдорадо» с его замечательными людьми, которые работают там. Мы поздравляем и фирму «Камакфис», и магазин «Джинсмастер», и всех-всех, кто в 1996 уходящем году был вместе с нами. Тепла вашим домам, уюта, счастья, любви и всего самого-самого хорошего. С наступающим Новым годом! Ушел от нас последний день, как исчезает поздний день. Любовь уходит с пожелтевшей листвой, и расстаемся мы с тобой. Бегут года, и грусть печаль в твоих глазах. Бегут года!